Здравствуйте, дорогие друзья, партнеры, подписчики моего канала. Итак, давайте продолжим. На этом нашем седьмом, последнем шаге я хочу вам рассказать и показать, как сделать уникальное предложение пользователям сети интернет, чтобы они подписались в ваш бизнес, ваш проект, купили ваш продукт и стали вашим партнером. Вот этот момент очень важный, и на протяжении всей обучающей школы я именно давал вам те инструменты, которые вам будут нужны и необходимы. Если вы все правильно делали, прислушивались к тем заданиям, которые я вам давал, и научились пользоваться этими веб-инструментами, то дальше у вас все пойдет очень хорошо. Смотрите, прежде всего мы должны понять, что для того, чтобы заработать в сети интернет, вам необходимо научиться продавать. Что-то продать ценное пользователям сети интернет. Людям предложить какой-то ценный продукт, услугу, товар. В общем, что-то такое, что решает их проблемы и за что они согласились бы отдать вам свои деньги. Вот это важно. Это должна быть какая-то ценность. Если вы ничего ценного предложить людям не можете, то, скорее всего, они у вас ничего и не купят, не приобретут. И поэтому я давал вам способ зарегистрироваться на нашей корпорации, потому что это ценный продукт, это легкий заработок, ну, который, в общем-то, нужен всем. Кому сегодня не нужны деньги? Ну, абсолютно всем они нужны. И кто не хотел бы их зарабатывать легко? Я думаю, любой из вас хотел бы легко зарабатывать столько, сколько ему нужно. Ну, давайте подробней обо всем. Смотрите, мы научились с вами создавать блоги. Это замечательный веб-инструмент, который помогает вам продавать ваш товар, продукт, услугу или то предложение, которое вы хотите людям дать. В данный момент это регистрация в корпорации. Это ценный материал. И посмотрев вот это предложение, человек, скорее всего, примет решение и зарегистрируется. Но для этого на вашем блоге должна быть ценная, полезная и нужная информация. Это ваш блог, например. Это сайт, который также предлагает людям какой-то товар, продукт или услугу. Ну, этот сайт нашей корпорации. Обязательно вам нужен ваш собственный видеоканал. Это один из лучших веб-инструментов, который продает, ну, он продает все. И товары, и услугу, и продукт. Любое предложение вы можете продавать своим видео. Вы должны научиться создавать свое авторское видео. И все, кто дошел до этого шага, дальше я буду проводить школы, бесплатные школы, только для партнеров, как создавать продающее видео. Именно то видео, которое будет продавать ваш товар, продукт или услугу. Как это происходит, я вам немножко здесь покажу. Дальше уже в практических занятиях буду вам все это рассказывать и показывать. Ну вот, я хотел бы до вас донести вот этот момент. У каждого из нас есть свои способы привлечения партнеров. Кто-то любит работать с теплыми контактами в своем телефонном списке, кто-то любит работать с холодными контактами, как теперь говорят, да? Я же, исходя из своего опыта, пришел вот к такому решению. Я не хочу никому никогда ничего навязывать. Каким бы хорошим ни был мой продукт, услуга или товар, я не пытаюсь человеку навязать этот товар. Моя задача – показать людям то, что у меня есть, то, чем я владею, каким товаром, продуктом или услугой.
И человек должен сам принять решение, нужен ему этот товар или нет, или продукт, или ценность какая-то. Понимаете? А что для этого нужно? Вот как раз все эти и веб-инструменты. Наши сайты, блоги, канал, социальные сети, чтобы мы могли рекламировать то, что у нас есть. Ту ценность, тот продукт или товар. Как это происходит? Давайте я вам открою такой секрет. Для кого-то, может быть, это станет новостью. Но вот я постепенно к этому дошел сам, и сегодня я делюсь этим со своими партнерами. Вот я сейчас с вами разговариваю, возможно, в какие-то мои проекты регистрируются люди. Потому что я настраиваю все свои бизнесы, все свои проекты, как говорят, на автопилот. Они работают без моего участия. Один раз я поработал, настроил, и дальше все работает без моего участия. Время от времени я, может быть, что-то корректирую, а так все работает, ну, на автопилоте, да? Как это работает? Приходит человек в интернет за информацией. То есть не я ищу и выдергиваю людей в интернете, там, в скайпе или еще где-то, и пытаюсь ему навязать какой-то свой проект, товар, продукт. Нет, я этого не делаю, и это, я считаю, неправильное решение, когда мы пытаемся человеку что-то свое навязать. Очень важно это понимать. Человек сам должен искать то, что ему нужно, и находить в интернете. Большинство из нас, мы идем в интернет за информацией. Если вы хотите заработать, если вы хотите что-то купить, приобрести, многие сегодня идут за этим в интернет, в сеть. И они ищут здесь эту информацию. Ну, давайте я вам покажу, как это происходит. Может быть, кто-то еще не знает. Допустим, мне нужна какая-то информация. Я захожу на поисковую систему Google и делаю запрос. Как заработать в интернете? Поисковая система Google выдает массу вариантов, на которые мы и обращаем внимание, смотрим, просматриваем. Все пользователи сети. И вот здесь, на первой же странице, среди многих других, и мое предложение. Вот одно, вот второе. Человек может кликнуть, перейти и посмотреть, что за предложение в данном случае, оно от меня. Здесь видеоматериал, человек посмотрит, и если ему это подходит, если это как раз то, что ему нужно, он регистрируется. Вот так это работает. Это на примере заработка в интернете. На примере нашей корпорации я вам показал вот этот момент. Если у вас какой-то свой продукт, который вы создали сами, ну, например, я также еще занимаюсь изготовлением комбайнов для ягод, вот, допустим, человеку нужен такой комбайн для ягод. Он также делает запрос в поиске, и здесь он видит мои предложения. Люди приходят и делают у меня заказы. Они видят мое предложение. Они сами ищут и меня находят. Вот этот момент я хотел бы, чтобы вы поняли. Не я ищу людей, а они ищут информацию и выходят на меня. Вот здесь видео по моим комбайнам. Человек смотрит, и если ему это подходит, он делает заказ. Давайте я вам покажу, чтобы не быть голословным. Вот это все заказы, которые люди делают у меня по запросу комбайн для сбора ягод. И эти заказы идут мне постоянно. Сегодня многие люди уже не идут за информацией на поиск Яндекса или Гугла. Они идут за информацией на видеохостинг YouTube. И когда я это понял, когда я сам начал искать информацию на видеохостинге, я стал создавать вот уникальные свои предложения и размещать их на своем канале. Я стал писать видео и давать это предложение людям. Как это работает? Давайте посмотрим,
как это работает на канале. Здесь мы делаем аналогичный запрос. Если пользователь ищет информацию, как заработать в интернете, приходит на YouTube, то ему поисковые роботы выдают варианты по заработку в интернете. Понимаете? И по такому запросу, как заработать в интернете, это высокочастотный запрос. Многие люди сегодня его делают. Больше, давайте я вам скажу точно, сколько делают такой запрос в интернете сегодня ежемесячно. Потому что есть такой сервис, как Яндекс Wordstat. Он отслеживает эти запросы. Чтобы вы понимали, что не просто так я все это делаю. А все это проанализировано. Вот этот сервис Яндекс Wordstat, видите, я сделал такой запрос, как заработать в интернете. Вот такой запрос делают в месяц 117 тысяч человек. 117 тысяч. Обратите внимание на эту цифру. 117 тысяч ежемесячно. Да? Вот эта статистика, она отслеживается. И когда люди делают такой запрос, им поисковые роботы выдают ответы. И вот на первой же странице, на 4, 5, 6 позиции мои предложения. Вот вы видите. 4, 5, 6. Три моих видеоролика по заработку в сети интернет. Это мой канал, мой материал. Это тоже мой материал. И это тоже мой материал. И здесь везде есть ссылочки, по которым человек может прийти или зарегистрироваться, или же получить ту информацию, которая ему нужна. Да? Понимаете? Я один раз создал такое уникальное предложение, разместил на своем канале, и оно работает. И оно будет работать долгие-долгие годы. Мне не надо ежедневно этим заниматься. Я вначале поработал, создал, и теперь оно будет работать на меня. Это как репутация. Мы живем, допустим, по жизни и зарабатываем себе репутацию в начале жизни. Потом репутация начинает работать на вас. То же самое и здесь. И как это сделать, я вам буду рассказывать и показывать. Если же мы сделаем аналогичный запрос, по заработку в интернете, в нашей корпорации, здесь в основном предложение, и по обучению тоже. Если здесь человек ищет тоже информацию, допустим, по ягодному комбайну, это я вам привожу пример, что вы можете создать любой свой продукт, лично свой. Это не обязательно должен быть комбайн. Это я в начале своего пути создал такой продукт для, это мое хобби, увлечение. И мы поспорили с одним человеком, он сказал, что да, можно что-то предложить пользователям сети, там какой-то проект, какой-то бизнес, но что могу предложить я лично своего, допустим, да, сказал человек. Сказал, давай я тебе покажу в качестве примера, в качестве своего продукта, как это можно создать, подать и раскрутить. Взял фотоаппарат, поехал в лес, взял свой старенький еще комбайнчик. Я даже в этот момент его и не делал на продажу. Мы поговорили с одним из моих знакомых, и я для того, чтобы доказать им, показать и доказать, как это работает, на примере своего продукта. Это может быть у вас все что угодно. Под эту схему вы можете любой товар. Кто-то любит вязать, кто-то любит вышивать, вырезать по дереву. Все что угодно сюда можно под эту схему подстроить. Вы должны это понять. Продавать можно все что хотите. Это надо только настроить. И всему этому я и обучаю. Но показываю я вам на примере нашей корпорации, чтобы вам было понятней, что в корпорации вы легко будете зарабатывать деньги, настроив вот такую схему. А здесь я вам в качестве примера показываю, как на своем товаре или продукте можно это тоже все
настроить. Да? Здесь масса предложений, и на третьей позиции сверху мое предложение. С моего канала мой видеоролик, это еще было 2 года назад, 38, почти 39 тысяч просмотров набрал этот видеоролик, и люди смотрят и делают у меня заказ. На второй и третьей странице тоже есть мои предложения по ягодным комбайнам. Вот это тоже мой материал. Это тоже мой материал по ягодному комбайну. То есть человек должен видеть ваше предложение. Это тоже мой материал. Но это уже с другого видеоканала. У меня специально для этой темы создан канал. Если мы кликнем по ссылочке и перейдем, то мы окажемся вот на таком канале. Это мой видеоканал комбайн для сбора ягод. Здесь вот информация по ягодным комбайнам. Ну, я время от времени размещаю еще и на своем основном видеоканале по заработку тоже такой материал по ягодным комбайнам. Надеюсь, вы поняли, друзья мои, о чем речь, к чему я вас подвожу и чему я вас хочу научить. Моя задача — научить вас зарабатывать деньги и настроить этот способ, поставить его на автомат, на автопилот, чтобы люди находили вас, ваше предложение и приобретали ваш товар, продукт, услугу, все, что хотите. Но я хочу, чтобы у вас это было комфортно. Когда вы все настроите, и у вас начнет это работать, да, пройдет какое-то время, даже не один месяц. Но потом вы быстро это все наверстаете. У вас будут постоянно идти заказы, у вас будут постоянно идти регистрации, у вас постоянно будет идти заработок, доход. Все, кто прошел мою школу 7 простых шагов к успеху, выполнили все так, как я вас просил сделать. Дальше мы с вами создадим уникальное предложение, ваше уникальное предложение, настроим его и будем получать результаты. Если вы этого еще не сделали, начинайте с первого шага, вернитесь на первый шаг и пройдите это простое бесплатное онлайн обучение. Это бесплатная пошаговая школа. Если вы все сделаете так, как я вам рекомендую, у вас будут очень хорошие результаты. Всем желаю успеха, всего вам доброго. С вами был Николай Лысков.